Юля, пожалуйста. Иосиф Давыдович, а вы обижены лично на уже теперь президента опять страны Владимира Путина, который, в отличие от Буша, не вступился за честь своего гражданина? Знаете что, когда я произношу такие слова, как «я обижен на государство», это не значит, что я персонально обижен на президента или на премьера, или на какое-то должностное лицо. Это совсем не значит. Я по этому вопросу неоднократно обращал, по своему вопросу, неоднократно обращался к Владимиру Владимировичу Путину. И при мне Владимир Владимирович Путин предлагал силовым ведомствам заняться этим вопросом. При мне он связывался с министрами и говорит, если у вас есть претензии, предъявите, а если нет, защитите. Это было при мне. А чем закончилось? А чем закончилось? А вот тем, что я ожидаю. Ну, одно дело к силовым ведомствам, другое дело к американским партнерам. Да. Можно было же обратиться и к американским товарищам, это, и да, их было сказано, обратитесь к вашим американским партнерам, и если у них есть какие-то претензии, пусть они их предъявят. А если нет, вы должны защитить. Такой разговор был, но, к сожалению, он не имел должного, на мой взгляд, продолжения. Анонимные какие-то сообщения. Вы знаете, с тех пор, как я перестал гастролировать в Соединенных Штатах, а я много раз там был. Я с 1974 года по 1994 год ежегодно был как минимум 2-3 раза в Соединенных Штатах. Ну, как вы понимаете, в основном гастроли проводились для русскоязычной аудитории. Никаких происшествий не было, никаких претензий вообще не было. Все это сообщение, касающееся в основном 1994 года, когда было противостояние между Юрием Михайловичем Лужковым и Борисом Николаевичем Ельцином. Это противостояние вылилось в то, что окружение Юрия Михайловича подвергалось всякого рода, так сказать, вот каким-то обвинениям. И закончились эти обвинения тем, что я полтора года пытался судиться с газетой, которая опубликовала статью «Вашингтон-Пост», которая опубликовала статью «Царь русской мафии номер один» Иосиф Кобзон, в банду которого входит мэр Москвы Лужков, замминистра обороны Громов, банкир Гусинский и другие. Я сказал, я согласен быть таким царем, если в моей банде такие выдающиеся люди. Ну, я судился. Меня предупредили, что судиться не следует с Америкой. Кончилось тем, чем кончилось. Мне отказали, указав следующие причины. Торговля запрещенными товарами, в скобках наркотики, оружие, торговля оружием и связь с русской мафией. Вот три причины. Притом, если бы это касалось меня, это коснулось и моей жены, с которой мы уже пятый десяток лет совместно проживаем в браке. У нас 7 внуков. Да, собственно говоря, я, шутя, ее называю наркобаронша. Ну, то есть вот эти обвинения, они были инспирированы администрацией президента Ельцина, чтобы насолить Лужкову? Они конкретно были инициированы окружением Бориса Николаевича. Кем? Кем? Коржаковым и Рушаевым. Ну, понятно. Иосиф Давыдович, вы с Коржаковым сейчас входите в одну фракцию в Государственной Думе, видимо, на соседних креслах сидите. Мы не входили в одну фракцию. Коржаков, Кобзон, если по алфавиту, совсем рядом должно быть. Даже сидели через ряд, но никогда не кланялись. Никогда не кланялись. Я не знаю, по какой причине. Вот сейчас я к вам приехал с открытия фестиваля, посвященного великому
Мстиславу Ростроповичу, сегодня день его рождения. И там присутствовала Наина Иосифовна Ельцина. Она очень жаловалась, когда уже прошло время, и мы встречались часто на каких-то мероприятиях общественных, концертах, приемах. И она очень часто жаловалась. Она сказала, что, в общем-то, конечно, обидно за Иосифа Давыдовича, но мы не виноваты, это вот все окружение Коржаков.